Хорошо. Ладно. Верно. Gran Sutel! Gran!
Маршал! Эрмэ-Маршал! Yeah.
Как пожелаю. Нам мало что известно о магии, которой пользовались эльфы во времена Орлатана. Тевентерские магистры больше стремились покорить эльфов, чем вести записи по их истории. В данном случае я рискну предположить,
что предмет, который ты держишь в руке, является разновидностью амулета, который предназначен для хранения живой сущности. Быть может, даже какого-нибудь духа. Возможно, этот предмет предназначен для удержания духа. Таково мое предположение. Впрочем, что могло остаться от духа, который так долго пребывал в заключении? Там внутри кровь? Интересно, чья? За столько лет ей бы давно полагалось высохнуть. Тут явно замешана магия.
идет со мной! Конечно. Thank you.
Будет легко. Ловушка! Начнем! Берегитесь демонов! Либо ты умрешь, либо я! И скорее все-таки ты!
Ловушка! Ловушка! Будет сделано. Ловушка! 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 Это будет легко. Это будет легко. Как скажешь.
шансы! Хочу и готов. Это будет легко. Повторять.
Хорошо. Thank you.
Ловушка! Ладно. Как скажешь. Это будет легко. Можно не повторять. Стойте! Братья и сестры, успокойтесь! Мы не хотим проливать кровь наших собратьев. И я спрашиваю тебя, пришелец, готов ли ты к переговорам? Всего лишь один из проклятых, который охраняет вход в наше святилище. Меня выслали на переговоры. Но почему? Хозяйка уверена, что ты не знаешь всего, что тебе надлежит знать, а потому захотела поговорить с тобой. Она не желает тебе зла, если только твое согласие вести мирные переговоры искреннее. Ступай за мной, но помни, если ты нарушишь свое слово и причинишь ей зло, я вернусь из самой тени, чтобы отомстить. Приветствую тебя, смертный. Я хозяйка леса. Не сомневаюсь, смертный, что у тебя есть много вопросов. Заатриан рассказал тебе далеко не все.
Затриан сотворил проклятие, от которого страдают эти существа, которое ныне терзает и сородичей Затриана. Когда долийцы впервые появились тут, недалеко от леса обитало племя людей. Люди эти решили прогнать отсюда долийцев. Затриан тогда был молод. У него были сын и дочь, которых он безмерно любил. И вот как-то во время охоты люди схватили их обоих. Люди запытали юношу до смерти. Девушку они изнасиловали и бросили умирать. Долийцы нашли ее, но потом она узнала, что у нее будет ребенок. Она покончила с собой. Воистину так. Затриан явился сюда в руины, призвал ужасного духа и заключил его в тело огромного волка. Так и появился Бешеный Клык. Бешеный Клык охотился за людьми из племени. Одних он убил, другие под воздействием его крови превратились в диких и кровожадных тварей. Диких и кровожадных, как сам Бешеный Клык. Их прогнали в лес. Когда люди навеки покинули эти края, их проклятые братья остались жить в лесу, жалкими, лишенными разума животными. Пока я не нашел тебя, хозяйка, ты дала мир моей душе. Я показала бегуну, что у его звериной природы есть и другая сторона. Я усмирила его ярость, и тогда в нем проступила человечность, и он привел ко мне остальных. Отчасти да. Мы хотим покончить с проклятием. Преступления, совершенные против детей Затриана, ужасны, но совершили их много веков назад те, кто уже давно мертв. Всякий раз, когда здесь проходили наземные корабли, мы посылали весть Затриану. Просили его прийти к нам, но всякий раз он не отвечал на нашу просьбу. Мы хотим, чтобы нас наконец услышали. Мы заразим проклятием его сородичей, и придется ему снять проклятие, чтобы их спасти. Умоляю тебя, смертный, пойди к нему. Приведи его сюда. Если он увидит этих несчастных, внемлет их мольбам, наверняка он согласится снять проклятие. Если Затриан придет сюда, я призову Бешеного Клыка. Это в моих силах. Я также могу сделать так, что Бешеного Клыка никогда не найдут. Скажи это Затриану. Если он не придет, если не снимет проклятие, он никогда не найдет Бешеного Клыка и не исцелит своих сородичей. Тогда мы будем ждать твоего возвращения. За этой комнатой для тебя открылся ход, который ведет на поверхность. Возвращайся поскорее вместе с Затрианом.